Валентина Романова относится к категории неравнодушных жителей, которые душой болеют за дом и прилегающую к нему территорию. На мероприятие она пришла одной из первых. Подготовила вопросы. По итогам встречи уполномоченная планирует провести беседу с соседями и разработать план дальнейших действий. У меня были, конечно, два вопроса. Мы хотели ремонт подвала и ремонт стояков. Но как мне объяснили, что подвал у нас включили, а стояки нет. Вот это надо подпись, и это надо, чтобы все 100%. Проект «Школа ЖКХ нашего двора» как раз и направлен на прямой диалог жителей с управляющими и ресурсными компаниями. Сегодня собственники многоквартирных домов хотят не только знать, как складывается сумма коммунальных платежей. Они готовы принимать активное участие в благоустройстве придомовых территорий, ремонте подъездов, контролировать сроки и качество выполнения работ подрядными организациями. Мы эти диалоги помогают, во-первых, познакомиться, знать всех руководителей в лицо, во-первых. Во-вторых, понимать, как все создается, как все устроено. И, во-первых, не всегда получается в рабочие дни встретиться с главными инженерами, которые вот в данный момент вы видите. Все главные инженера всех управляющих компаний здесь, то есть к ним можно подойти, пообщаться, задать вопросы. Организаторы проекта планируют регулярно проводить школу ЖКХ. По их мнению, это позволит повысить грамотность населения в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».